Эта девушка вот, это твоя мама? Да. То есть она, о, ногой еще, о, ничего себе. Еще и ногой, я бачу, еще и ногой. Серьезно, нормально, нормально. Ребенка послала дерево ломать. Нормально. Молодец, молодец. А твои прокладки протухли. Протухли. Молодец, молодец. Сними их, убери. Ой, да, видно, хороший, трезвый человек, спасибо. Я пошел за тобой тебе домой. Хорошо, хорошо. Трезвый, да? Да, я совсем трезвый. Совсем? Конечно. Возьми прокладки, намотай себе на и чеши на. Понял? Я понял, я понял. Все, давай, хазуй. Жалко, что вы не мужчина. Очень жалко. Очень жалко. А у меня тоже черный пояс, третий данг, если пожалуйста, что, я не боюсь. Да. Мужа давай, позовите лучше. Лучше муза позовите. Зачем? Муж работает. Не сходит и не скулит, как вы. Не скулит, как вы. Он зарабатывает. Кто тут еще, фраер? Выходи сюда, покладок на ухо. Обязательно. Привет, Беларусь. Живе. Что ты закрылся за прокладку, ревешь там, блядь? Говорил. Парниш, не ломай дерево, да? Тебе это не надо. Он не ломает. Не, ветку ломал ногами, я видел. И ничего, то, что вы ломаете все, так это ничего, а то, что веточку... Что сломали мы хоть что-нибудь? Да я вы чего наломали, вот это вы наломали. Тише, 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 Егор, ты не... Вы прокладочные девушка, звезда Ютуба. Звезда Ютуба. Девушка. Или так. На, соси в зад его за. Ты выйди. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. На, пососи. Ну и заяву. А где вы живете, скажете? Дома я живу. Дома, я, да? Живу дома. Не, ну просто вы нарушили общественный порядок, да, милицию вызвали. Давай, да. Так тебя гнобят. В наших мусора, они ж говно, ну так и что ты к ним не есть и нормальные, вот их и вызовем, да? Ну конечно.